Да будет свет. Микрорайон Рождественский переходит на постоянную схему электроснабжения. До этого жилой комплекс, печально известный своими обманутыми дольщиками, был запитан по временной схеме от Суховки. Как только объемы потребления электроэнергии увеличились, начались отключения. Мы на данный момент прокладываем кабельную линию от ТП-10 на жилые дома Рождественский. Прокладываются две кабельных линии. Протяженность где-то порядка 17 километров кабеля. Проинспектировал ход работ зампред правительства Максим Громов. Задача не просто достроить дома, но и обеспечить их необходимой инфраструктурой. Работы по прокладке кабеля финансирует банк «Санатор» «Российский капитал». К Новому году, как мы обещали, люди получат уже питание по постоянной схеме и больше инцидентов с отключениями в микрорайоне не будет. Занимается завершением начатого сразу в 5 регионах страны стройиндустрия «Холдинг». В Иванове достраивают 10 объектов, 3 уже сдали. Фирма взяла в аренду завод ДСК. Сейчас он работает и выпускает 250 кубов железобетона в смену. Этого хватает, чтобы не выпадать из графиков. По микрорайону Рождественский идут монтажные работы на 4 объектах. Видимая часть, это вот сейчас можно посмотреть, это 11 этаж 2 литера, 4 этаж 3 литера, цоколь 4 литера и блоки монтажные, цоколь по 7 литеру. По 7 литеру есть задержки. Дело в том, что этаж цокольный блок секции был возведен до кризиса. Когда к работам приступили снова, выяснилось, что несущая конструкция под действием внешних факторов пришла в негодность. Месяц ушел на ее замену. Со следующей недели на 7 литере начнутся монтажные работы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.